live or die. Bigger veins, bigger bite, megabyte or terabyte. Baby, call me Eddie, cause I eat it like it, like it, like. Pick a side, pick a side, pick a side, pick a side. Keep on fucking my past. Backseat drama, go crash. If you keep eyeing my lemon, I'ma take your woman in the back. Tell me how you like it like this. Yeah, like this. Yeah, like this. Yeah. Tell me how your baby don't miss. Yeah, don't miss. Guess he never miss. Tell me how you swimming with the fishes. Tell me how you never made it in this. Tell me how you like it like this. Yeah, like this. Yeah, like this. Yeah. Tell him I'm a clip balls. Got a jewel of a check. Yeah, yeah. Got a jewel of a check. Clip balls. Got a jewel of a check. Привет, ты. Для тебя есть халтура. Надо вытащить со свалки одну штуку, пока какие-нибудь придурки не разнесли ее на куски. Подробности я отправила в письме. 100 лет не виделись, подруга. Ну что, рассказывай, как ты. А, движок теплый. Только недавно заглушили. Новая катушка зажигания, свечи, распредвал кто-то подлечил. Так, а это что? Кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозуху. Только вот... разбавленную. Ха, масло сменили, но оно старое. Слили с другой развалюхи. Ну ладно, все ясно. Эй, алло, убери руки от моей тачки! Чего? Да это моя тачка! И что же ты бросил ее ржаветь? Не твое дело. Не мое дело? Знаешь что? Я столько сил и труда в нее вложила! Лишь бы это корыто завелось. Начала бы с электродвигателя, быстрее бы вышла. Ха, много ты понимаешь. Он часто клинит, а очистишь его от копоти и остатков масла, и будет как новенький. Бля, а я дроссель целиком заменила. Вот. Видишь, только владелец может знать тачку до винтика. Бывший владелец. Это теперь моя тачка. Как только она заведется, я свалю из города в клубах сизого дыма. А что случилось? Почему ты хочешь уехать? Раз ты спрашиваешь... Значит, никогда не поймешь. А ты попробуй, расскажи. Да что рассказать-то? По сторонам посмотри! Грязь, гниль и говно! Я больше не хочу здесь жить. Не могу. Цепь привода только ржавая. И что? Лучше замени, а то поддашь газу и хана. Быстрее 30-ки сейчас лучше не разгоняться. Погоди, так что, я могу ее забрать? Да, можешь ее забрать. Мне она все равно без надобности. В городе от нее толку мало. Доброй тебе дороги, умничка. Господи, спасибо. Не знаю, что и сказать. Ну и ну. Кочевник решил осесть. Бывает же. Трудно строить планы, когда у тебя в голове тикает бомба с часовым механизмом. Если тебя это утешит, бомба с часовым механизмом тоже не в восторге. Да я знаю, Джуни. Не обижайся. Ладно, погнали отсюда. У меня тут прямо мурашки.
cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Барри, я ничего не перепутал? Ну кто там? Это я, Ви! Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион, а я сказал, что это говно для позеров. Ну помню. Тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Заходи. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все, и это к лучшему. Мендес прав, нужно взять себя в руки. Поднять жопу и послать мир нахер. Да что ты, я должен типа взять и забыть, что я видел. Пацана этого и даже Эндрю. Они мертвы, а ты живой. Нельзя застревать в прошлом. Ничего не изменишь, если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе. Короче, хватит с меня. Как скажешь. А, это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже! Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Я откуда знаю? Сам спроси. Да я уж спрошу. Видать, истерику-то он прекратил, раз пошел ныть по соседям. Не знаю только, то ли в морду ему дать, то ли стопарь налить. Спасибо за помощь. Возьми за труды.
Ну ты козел! Я же не хотел. Ну, прости меня. Прости. Мендес, поздно уже. Он тебя не слышит. Ты был сильный, Барри. Железный ты был. Слышишь меня? Сукин ты сын. Прости меня. Я не хотел. Правда. Прости. Ты охренел? Уходи. Считаю до трех. А теперь выметайся. Без фокусов. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front moving in. Спрашиваю в последний раз. О, значит, мне не надо? Отлично. Правильно. Погоди!
Ви, спасибо, что приехал. Ну, рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Да что с тобой? Само собой, Панам. Мы же друзья. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Не бойся, переживу. Ну, дружба дружбы, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле. Плюс получишь уважение Альдекальда. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли. Меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же. Панам и Ви. Что творится-то? Он вернулся? После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Соло крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведешь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. Ну что, как будем действовать? По-тихому. Открытая атака — это самоубийство. Мич уже занялся разведкой. Ты проберешься в лагерь духов, а я тебя прикрою. Минутку. Ты предлагаешь нам идти вдвоем? А вы-то что, остаетесь? Да ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. А не переместимся еще глубже. Поэтому мы делаем то, что сказал бы Сол. Да, терпеливо ждем и собираем силы. А вот и Мич. О, привет, Ви. Я запустил дрон над лагерем духов. Это прямая трансляция. Можешь посмотреть? Ну, поглядим, что там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены.
Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Да, едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Мощная работа? Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставит. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. О, смотри, у нас тут даже радио есть. Можешь выбрать станцию? Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Хрена себе! Ты видишь? Это будет буря, так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход.
Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Они устроили гараж. Его хорошо стерегут. Судя по охране, у них там должно быть что-то важное. Может, даже доступ к системе безопасности. Николу пониже и бегом вперед! Где-то там они должны держать Соло. Осторожно, в этой башне сидит стрелок. Давай не будем все усложнять. Выходи! Давай, давай.
главное здание. Берегись паразита. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорил. Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Ты чё, тупой? Пиздуй отсюда! Я выходи!
она? Тут девушка. Мертвая. Ее выпотрошили. Вынули, похоже, не только имплант. Ёбаные стилеты! Куроток на выродке. Ничего святого для них нет. Пойдем, семья ждет. Ну чего? О, да. Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь отсюда. Я еду за вами. Привет, у меня кровь. Совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Пойдем. Семья ждет. Ну чего? О, как да. Он? Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже дельтовать отсюда.
Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу! Убирайтесь оттуда! Я еду за вами! Панам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. А кровь она сотрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте. Сука. Вот там. Надо скинуть хвост! Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол! Хоть же я из него не выжму! Сделай что-нибудь! Вперед! В атаку! Приготовься! Быстро! Ну, мне надо передохнуть.
Как раз успели кушать. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Сколько тут всего? Индолсы, похоже, торопились уехать. Видать, хорошее предложение от биотехники. Ага, просто шикарное. Продать землю или... Это твои догадки. Бульдозеры и экскаваторы так и не приехали. Толку-то от этого предложения. Все сделки с корпами кончаются ничем. Давай сейчас не будем. Черт, холодает, однако. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Что-нибудь еще, ваше высочество? Дай подумать. Если Сол задубеет до смерти, на этом наша дружба закончится. Это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стал... А сейчас не время спорить. Вы оба вымотались. Может, ты и права. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Я согласен с Банан. Идея довольно-таки дерьмовая. Спасибо. Да что ты можешь об этом знать? Помнишь Бакеров? Очень смутно. Вот именно. Они стали частью змеиного народа, а потом раз и исчезли. Сила Альдекальда всегда была в независимости. Если вы от нее откажетесь, то в лучшем случае повторите судьбу моего клана. Биотехника — это вам не змеиный народ. Спасибо, Ви. Прямо все раскидал, как надо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом.
Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримил. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабу. Классное слово, правда же? Вау, что это было? За хабубы. Да! За хабубы. О, высокооктановая хрень. Рассказывай. Я до сих пор не могу привыкнуть. Ага. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? Прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. О, ты слышишь? Нет. Вот. Угу. Ветер перестал выйти. С хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния». Желаю вам влить приятных сновидений. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Ха, если следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Ты должна остаться.
Ты это сама понимаешь. Никто из них этого не скажет, но ты им сильно нужна. А как же иначе-то? Пойдем. Спасибо, что поддержал меня вчера, когда мы говорили с Солом. Знаешь, почему я люблю читать? Только литературный вымысел помогает найти в этом мире что-то разумное. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Погоди, насчет прошлой ночи. Слушай, давай лучше не будем об этом. Я просто не хочу так. А как ты тогда хочешь? Как-то вот так. Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. В других обстоятельствах я бы сказал тебе, езжай за ней. Но сейчас ты только глянь на нее. За такими девушками нелегко угнаться. Можно только надеяться, что они сами тебя подождут. А тебе-то что? Не знаю, может, что-то вспомнилось. Неважно. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации.